В начале года в доме номер 46 по улице Баранова потекла труба холодной воды. Жители обратились в домоуправление учебного центра «Выстрел». Пришедшие мастера прошли по квартирам, пытаясь определить, в каком месте труба дала течь. Работник домоуправления продолбил стену в квартире номер 86 на втором этаже. Починил трубу и ушел с удовлетворением, забыв почему-то заделать пробитое отверстие. Дырку, которую оставил после себя ремонтник, мы заделали сами, потому что оттуда летели комары, а у нас маленький ребенок, и вообще плесень, и все на свете. Но течь не перестала. Оказывается, труба треснула не в одном месте, а в нескольких. Жильцы снова обратились в домоуправление. На этот раз ремонтники решили делать дыру в квартире номер 90 на третьем этаже, хотя при первом осмотре этого не сделали, потому что там было сухо. Продолбили стену, но обнаружили, что труба в этом месте абсолютно нормальная, и ушли, по традиции оставив зияющую дыру в стене. Но сейчас вот 83-87 квартира, полностью мокрые стены. И по стенам течет, боимся пожара. Так и живут люди в этом доме, считая дни до того момента, когда жилой фонд «Выстрела» будет передан в ведение администрации Солнечногорского района. Они надеются, что после этого их проблемы закончатся.